Всем привет! Сегодня у нас необычный обзор вот на такой прибор. Это ТВ-тюнер для спутникового телевидения. Сейчас быстренько посмотрим комплектацию, что он из себя представляет. Так, все. Значит, вот что есть. Сам тюнер упакован вот так в пупырку. Вот такой вид у него. Сейчас подключим, посмотрим. И есть тюльпан и кабель и пульт. Вот такой пультик. Так, здесь что мы имеем? Так, кнопка Power, переключение каналов. Дисплей. Made in China, конечно же. Два USB выхода. RS-232, это DVI, да? Так, антенный кабель, тюльпанный. DV-out. И вот такой переключатель. Все, сейчас мы попробуем, как светится табло. Дело в том, что у нас был старый тюнер. Он сгорел, но это не у меня, в селе. Поэтому мы купили новый. А подключить сейчас не могу. Сейчас только проверю работоспособность. Вот, как видите, табло горит. И вот он переключается каналы. И пошло время. То есть полностью рабочий тюнер. Пока. Дальше поедем в село, подключим к антенне и посмотрим, как он справляется с работой. Так, он небольшой, как видите, компактный, легкий. И по отзывам, так как его берут, неплохой, дешевый, обычный тюнер, который там служит как минимум 5-10 лет. Вот, и еще есть инструкция. Вот маркировка 4050 HD+. Садком. И тут есть инструкция на русском языке тоже. На английском. И вот инструкция подключения. Как пульт, кнопки за что отвечают. Можно почитать. Все. Вот такой был краткий обзор. Подключим, продолжим. Так, был у нас вот такой тюнер. Он сгорел. И в чем сложность? Купил я вот этот новый тюнер. Подключается без проблем. И сразу показывают каналы. Но каналы есть не все. Для того, чтобы показывали все каналы, на которые он прошит, нужно залезть в настройки. Я покажу сейчас, что нужно сделать. На пульте нажимаем кнопку меню. Вот, выходим на установку. Жмем ОК. Запрашивают пароль, по умолчанию пароль 4.0. И заходим в настройки антенны. Здесь у нас есть по списку вот много спутников. Вот как видите, Astra, Telsat разные. Вот. Arabsat. И значит, основные спутники, которые у нас конкретно есть, это Astra, Hotbird и Amos. Вот их нужно поставить в том порядке, в котором подключена ваша антенна. Если бы у нас был рабочий тюнер, мы бы включили его и посмотрели, какой этот был порядок. А так мы его не можем включить, и в каком порядке он был, мы не знаем. Поэтому придется пробовать методом проб и ошибок. Мы находим наши основные тюнеры. Вот, например, Amos. И здесь самое главное, это вот это дайсик. Дайсик, видите, подключен ко второму гнезду.
Вот он может меняться. У кого сколько их есть? 8. Вот. И, короче, здесь вы переставляете его, ставите первым, вторым или третьим, четвертым, смотря какой. И смотрите, появились ли каналы или нет. И таким образом выстраиваете все свои. Вот это астры идут первые. Видите, он идет первый. Так. Тоже. Двенадцатый. И вот он Амос. Значит, мы попали. Перед этим он у нас не показывал, стоял каким-то Амос другим номером, первым или четвертым. Я поставил во вторым, и все заработало. Так что вот эта кнопка DICEQ, номер канала, это самое основное, если у вас уже была настроена антенна. Все. Надеюсь, вам это поможет настроить новый тюнер. Пока. Пиши. Лайк поставь.